Привет всем! После вчерашней подставы от Вовочки или 13-го подвига Геракла, я вдруг вспомнила про вот эту игру. Я не знаю, почему у меня вспомнилось это. Мы начинали в нее играть, и, по-моему, мы как бы там остановились, и, в общем-то, мы забросили ее. Я предлагаю... Опа, вот эта голубяра какая, посмотрите. У нее шляпочка с ромашечкой и кармашек, тут у нее тут сердечко, какая модная женщина, ну это в смысле голубиная женщина, да. Эта музыка шедевральна, просто прекрасно. Да? Так вот, мы там остановились, если честно, я вообще не помню. Надо было бы, наверное, пересмотреть как бы предыдущие серии, что там, но я не знаю, что я... Я забросили мы эту игру, короче, совершенно прям, я не знаю, почему ее забросили, не помню почему. Во что-то мы там и начали играть такое, и все, забросили. Вот, и, ну, висит она, надо же ее пройти. Вроде как, я так поняла, что там есть какой-то конец у этой игры, то есть это не просто бесконечный симулятор. Вот, поэтому, ну, что ж, мы долго будет вообще эта составка идти, интересно? Вот, поэтому мы попытаемся, ну, хотя бы еще там серию-две, посмотрим, если что, вдруг... Не пойдет, так не пойдет, пойдет, так пойдет. Наверное, надо поменять мне местами все здесь. Ладно, потом попробуем. Если сейчас не пойдет по ходу игры, то поменяю. Но музыка просто вообще просто шикарно. По-моему, она очень тихая, кстати говоря. Возможно, это просто у меня тихо. Я ничего не меняла в настройках, по идее, по звуку. Как долго? Слушай, давай быстрее. Мы уже тут полсерии прошло. Во! Так, что это? Кстати, это одна из тех игр, которые я думала, что улетели сохранения, но нет, они на месте, они целы. Что надо делать? Есть какие-нибудь... Еще бы я что помнила, слышь? Так, я помню, что вот это наш друг Телега, который, короче, тут какая-то корпорация Газпром. Привет всем. Это симулятор бомжа. И... Небольшие изменения с того сохранения, которое было у нас в прошлый раз, потому что я... Давайте мы начнем. О, какая женщина. По-моему, мы уже видели. Короче, я попыталась записать серию, то есть как бы включила прохождение. Единственное, что я поняла, что последний раз я записывала в январе, и я ничего вообще не помню. В плане не сюжета, а как вообще работать, что-то там это. Я включила, попыталась, поныкалась тут, короче, ничего не получилось. У меня, короче, пропала кровать, пропал вот этот вот преобразователь-утилизатор, который поставил мне, по-моему, клоун этот наш. Все исчезло, ничего не работало, ничего... Как получить его заново, я не поняла. Все кнопки поперезабывала, все, короче, не пошло никак не так. Еще и постоянно эти жуки нападают на нашу базу. Постоянно. Просто вот серьезно, 3 минуты игры, они нападают. 3 минуты проходят, они опять нападают. 3 минуты проходят, они опять нападают. Я не знаю, то ли это глюк какой-то, то ли что. Но они реально постоянно нападают. Вообще прям. То есть я не успевала даже добраться до задания какого-то нужного мне. Они уже напали. То есть мне нужно было через весь город бежать обратно к ним. И, собственно, мы с ними разделывались буквально там за... Меньше, чем за минуту. Мы их избивали, и все. И вот эти постоянные налеты... Прям просто задолбали. Короче, поэтому я взяла и начала проходить с самого начала. Вот. Я более-менее вспомнила, что там было. И как раз-таки, по-моему, я дошла до того момента, где мы с этим реаниматором, да, реаниматором готовили вунш-пунш. И вот на этом месте я остановила. Давайте мы сейчас тогда... Что? Так, что это? Куда нам? Сюжет, вот вижу, буква С. Где-то, вот здесь вот. Давайте мы съездим туда, ради сюжета. Подождите, я хотела... Ой, как это сделать-то? Вот, персонаж, надо прокачать, потому что я ничего не делала. Выживание, повышает лимит здоровья. Давайте мы его возьмем. Что у нас еще есть? Сильная дыхалка, лимит выносливости. Луженный желудок. Луженный... Странное слово. Съедобные расходники лучше утоляют жажду и голод. Замедляет голод и жажду. Повышает прирост опыта. Повышает вместимость Карла.
Вот давайте возьмем Карлу вместимость. Что еще? Мусорный панда повышает шанс найти что-то полезное в мусорках. Получить деньги попрошайничеством. Теряете меньше денег. Давайте мы возьмем вот это. Мусорного панду. Бой. Голубиные навыки восстанавливаются быстрее. Бонус к урону в рукопашной. Бонус к скорости в рукопашной. У каждого удара рукой, ногой есть шанс чего-то там. Полиция быстрее отстает от вас. Резиновая кожа. Вас не замедляет электрошок. При применении сваренной связи есть шанс, что она не пропадет. Чего? Семена. Клопы приносят больше предметов. Я вообще ничего не понимаю, что это такое. На все руки. После рейдов все постройки восстанавливают больше прочности. Что-то страшное. Голубиные навыки. Давайте, может быть, выносливость тогда возьмем. Не знаю, что еще. Все, бонусы закончились. Пошли. Ехай, Карл. Что? Ой, теперь мы можем подбирать, а то у нас ничего нет. Еще бы найти место, где продавать наши вещи. Вот эти, которые у нас в Карле есть. Какие-то нам, видимо, не особо нужные. Где-то тут вот, где-то здесь, да? Или нет? Мы близко. Я вроде бы, кстати, пока тут лазила, научилась ориентироваться по карте. Ну, как мне показалось. Угу. Ну, мне так показалось, да, действительно. Поэтому я решила, что, наверное, я научилась. Зашибись. Если верить доктору Исту, здесь должно быть 10 секретных скрытых камер. Секретных камер. Прежде чем заходить, давай от них избавимся. Может, взрывные голуби с ними справятся? Чтобы продолжить, улучшите в голубятне умение голубиный сюрикен до максимального уровня. Вы серьезно? Вот, да, я вспомнила. Я вот как раз-таки начала там сейчас. Все, да? Дошли. Да, кстати, вы видите, у нас наверху, в месте, где есть денежки, у нас много денег. Знаете, почему их много? Потому что я, короче, нарисовала картину для попрошайничества. Нам вот сюда надо попасть. Нарисовала картину для попрошайничества на пятерку с плюсом. Прикиньте, на пятерку с плюсом прям нарисовала. И я решила, что пока у меня картина на пятерку с плюсом. Семки. Вот, попрошайничать дальше. И оказалось, что попрошайничеством весьма круто Уже ночь наступила. Попрошайничеством зарабатывать весьма круто, я вам серьезно говорю. Я вот видите, сколько заработала? Ну, ладно, я заработала $60, 10 из них мы отдали сразу вот этому жуку, который там у нас. Опять, смотрите, семка. А еще 20 я заработала, знаете, с каким образом? Короче, вот этот вот богатей, который стоит. В прошлый раз он, короче, у нас попросил, чтобы мы помочились на людей в дорогих костюмах. И у меня не вышло, потому что, во-первых, за нами стала охотиться полиция. А во-вторых, потому что найти людей в дорогих костюмах оказалось не так-то просто. Непонятно, кто из них в дорогом костюме, а кто нет. Нам сюда, по-моему. Не-не-не, назад. Назад. Вот. И я снова наткнулась на этого чувака, но в этот раз он попросил другое. Он попросил избить любых людей ему, 10 штук. Собственно, ну, мы избили 10 людей, да. Даже женщин не щадили. Чё за автобан здесь такой, а? Вот, и он нам заплатил 20 с чем-то там долларов. И я такая, неплохо так. Но попрошайничество мне, конечно, больше понравилось. Ну, потому что там не надо хотя бы избивать людей. Где бы нам найти еще, знаете, такое место? А голубые это полицейские, что ли, да? Найти бы место, где можно продать все наши вещи. Я, кстати, пока тут бегала, ходила, я зашла в какой-то магазин, где продается успокоительное или что-то такое. Короче, какое-то лекарство, которое восстанавливает типа здоровье. Что очень нам было бы неплохо, потому что чем восстанавливать здоровье, я так и не поняла. Вот, а, собственно, стоять. Опа, давайте встанем, ну-ка. Где это? Тап. Сюрикен. И... Ну, слышь, вы что там так? Так, давай нацелимся в голову. Мы должны освободить клопа.
твари. О, отлично. Я всегда говорю, клопы своих не бросаю. Можешь на меня рассчитывать. Да, чувак, давай. Клоп спасен. Респект. Так, убирай свою голубину. Почему их нельзя обыскать, а? Взять с них что-нибудь. Вот так вот, вот брать их. Нахрена мне их брать? Я вообще хотела вот здесь вот обыскать помоечку. О, Карл, на. Какой-то стул. На, есть у тебя место для стула? Нету, что ли? Почему? У тебя нет места для стула или что? Инвентарь переполнен. Ну, прикиньте. Да, что ты будешь делать? Увеличили вместимость Карла, ага. На одно деление, походу, дело. Ой, ты чё? О, хлеб! Давай поедим. Употребить. Уже собрано. А вот тут уже собрано. Ты посмотри, что происходит. Так, поехали. А, так. Так вот, да, нашла какое-то место, где продается лекарство. И было бы неплохо его накупить на самом деле. Так, нам, мне кажется, куда-то сюда. Я вообще в городе совершенно не разбираюсь, но я говорила, что по карте более-менее у меня получилось ориентироваться. Вот я только начала записывать, все, вся ориентация прошла на... Главное, не сбить мужика. Я не знаю, зачем вот эти семена, что они дают, но предлагаю их собирать, раз они собираются, значит, надо. Так, тихо. Подожди-ка, стой, есть идея. Коробки. Я осознала, короче, когда переигрывать стала, что вот так можно картон получать. А еще из каких-то... Что происходит? Из каких-то вещей... Ты... Открой, пожалуйста. О, сок! Ой, да блин, Карл! Что у тебя тут есть? Вот это вот нам зачем? Взять. Пошла вон. Где? Где мой сок? Дай, пожалуйста, сок. А, что ты там обнаружила? Хотела сказать, забыла. Все. Баклажан. Ну, употреби. Все. Все? Ну ладно. О, сэндвичи нафигачили. Прекрасно. Молодец. Так, еще давай, все. В общем, на этой штуке можно неплохо-таки на всех этих найти себе пропитание. Так, понятно. Что это? Апельсин. Наверное, места нет. Да, места нет. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, осторожно-осторожно. Бургер. Так, Карл, что у тебя есть? Дерево, 5. Это что? Бургер тухлый. Ну-ка, подожди. Что еще есть? Блин, семена все заполонили, вот эти семечки дурацкие. Мусор, вот мусор. Как его взять-то? Пошла вон. Так, бургер. А, куда делся? Вот он, апельсинчик. Правда, тухлый. Подожди, возьми. Давай употребим. Вот, сойдет. Короче, я обнаружила, что можно... Ну все. Разбивать какие-то деревянные такие штуки и получать дерево. И это, кстати, круто. Во. Короче, все вот это можно разбивать и получаем нужные нам ингредиенты. Так. В смысле? Почему? У тебя ж там есть. Вот же ящик. Или на это нужно один? Подожди, какой ехать? Ой, как сложно вообще прям. Чтобы нам можно было бы тут выкинуть, а?
Блин, не очень хочется бургер выкидывать. Семечка огурца, лука, желтой слизи. Вырастить желтую слизь. А что, зависло? Что, не берется? Груша, яблоко. Металлолом. Да блин, что-то надо выкинуть. А что выкинуть-то мне? Ладно, давай съедим бургер. Что еще сделать, я не знаю. Куда ящик делся? Э! Где ящик? А, вот он. Ты что мне тут роил? Так, залезай. Все, отлично. Картоночка. Да, можешь мне положить. Могу, могу и кладу. Могу и кладу, на. Все, отлично, погнали. Подожди. Что-то убежало. Молочко. Блин, мы просто вообще жесть. Мы... А, нормально. Все. Так. Отлично. Уйди. Во, дерево получили. Короче, я научилась тут это всякими этим заниматься вещами, пока перепроходила. Так, это ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, погнали, короче, теперь обратно. Так, нет, ехать. Во, спасибо. Как нам развернуться-то? Спасибо. Давай. Во, вот. Мы оттуда приехали. Так, давайте-ка. Обшарили все. В принципе, так тут выжить-то можно. Ну, проезжай, блин. Куда нам ехать-то надо? Где наш дом? Я потеряла вообще его. Где он? Наверное, надо как-то объехать. Тут еще стройка, блин. Прям как у нас в городах везде. Ну-ка, развернись. Ну-ка, встань. Давай обыскивай. О, кастрюля еще. Ой, не кастрюля, сковорода. Да ё-моё. Не, не помогает. Еще сок, прекрасно. Есть что пить. Да ладно, серьезно? Ты что? Куда он его дел? Я путаю кнопку взять и кнопку... Вот, употреби. Отлично. Попили. Нормально. Что будешь делать? Хлеб тухлый. Да, места нет. Эх, беда, печаль. Что это, бургер тухлый взять? Это несправедливо. Места нету. Хотя мы взяли дополнительное место. Карл. На. Ой. Ой-ой. 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 Запутались. Чё? Бешеный. Открыть. Мы сломали мусорку, по ходу дела. Во, нормально взяли. Ладно, хорошо. Все. Давайте не будем тогда останавливаться. Поехали, потому что все равно места нету ни на что. Так, я в другую сторону, что ли, поехала? Да, прикиньте. Развернись, Карл. Так, где-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот где-то мы сейчас доедем. К концу серии мы, наверное, доедем. Я прям чувствую. По-любому доедем. Надо найти место, где можно продать весь наш металлолом и мусор. Хотя, возможно, это нам нужно для стройки. Мне кажется, где-то прям рядом мы. Ой-ой-ой. Давайте пойдем здесь. Да, вот наш... вот здесь поворот наш. Женщины, разойдитесь. Сейчас опять скажут, что мы на них наехали, твари. Вот. Вот тут вот где-то мы живем. Вот он наш. Видите? Видите? Вот, все. На месте наш этот утилизатор. Прекрасный. А, взаимодействовать. Ну, да, я и хочу.
Здесь можно использовать перерабатываемый мусор. Я и хочу. Нет? Не понял. А как надо сделать? Слышь? В режим строительства войти? Тап. Что-то не то, мне кажется. А как перерабатывать мусор? Как открыть инвентарь? А, подожди, все, поняла, я ее протупила. Инвентарь. Так, смотрим. Перерабатываемые материалы. Взять. Наверное, вот так вот, да? Да! Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Наконец-то, блин. Вот я говорю вам, без этой штуки я вообще не смогла там ничего разобрать и ничего понять. И как дура просто ходила. И ничего не происходило. Так, теперь открываем инвентарь. Давай еще что-нибудь. Еще сковорода. Бери. На. Так, отлично. Мы можем поспать, наверное. А если мы поспим, восстановим мы здоровье? Наверное, да. Я надеюсь, что да. По крайней мере, я планирую поспать и восстановить здоровье. Так, давайте. Сейчас мы тут наделаем делов нам. Я так понимаю, что жуки, когда нападали на мою базу, пока вот я бежала там до нее, для того, чтобы добежать до базы, тебе дают минуту. Минуту. И неважно, где ты находишься, за углом или на другом конце просто города. И, короче... Вот. Так, это тоже можно? Да, это тоже можно. Р, держи. Они мне разнесли тут все. У меня, короче, исчез вот этот стол. У меня исчезла вот эта кровать. У меня исчез вот этот вот перерабатывающий мусор. Вот этот вот хрень. И все, и что делать, я не знала. Серьезно, я прям... Поэтому я начала сначала и... Годный материал. Так он все-таки взял сюда два в одно. Почему он тогда не брал-то? Так, металлолом. А еще что? Все? Это можно переработать? Это можно переработать? Я знала, что это можно переработать. Я прям надеялась на это. Так, а нам надо сейчас что? Улучшить в голубятне умение голубиный сюрикен до следующего уровня. 0 из 1. Вот мы сейчас этим и займемся. А, давай-ка. Так, что еще? Что еще? Вот. Пропановый бак, да? Правильно? Да, пропановый бак. Давайте. Они по одному, что ли, только можно, да? Давай еще возьмем сразу заранее. А, нет, так нельзя. А, подожди, почему нельзя-то? Можно. Берем. Брось. Ну не так же далеко-то. Да что ты так выкидываешь-то? Объясни мне, пожалуйста. Сейчас кто-нибудь упрет. Что он сказал? Взял? Взял, молодец. На. Куда ты его выкинул прям в какие-то дали заоблачные? Нормально, не можешь бросить? Так, давай, давай быстрее. Ну, прекрасно, молодец. Умничка. И вот мы без этой штуки должны были жить. Ну, нормально вообще они, нет? Пришли, разнесли. Можно, по идее, поручать клопам оберегать нашу базу, но я не очень поняла, там какие-то уважения надо тратить. Короче, все. Так нормально. Нам бы сюжет посмотреть. Давай. Все? Нет, я не это хотела. Я хотела открыть инвентарь. Так. Ну, место мы... Ах, ты смотри. Место-то все занято опять. Посмотри. Легче не стало. На одно всего уменьшилось. Хорошо. Это надо переработать, да? По-моему, да, это надо тоже переработать. Да, это надо переработать. Так. Вот он швыряет просто. Как, я не знаю, как в баскетбол прям. В смысле? Дерево дай мне. Вот, отлично. Так, давай. Нам сейчас, наверное, это пригодится для вот этого вот улучшения. Я надеюсь. Ну-ка. О, отлично. На. Нам тут... Это доски, они нужны, поверь мне. Так, а войдите... Как это сделать? Взаимодействовать. Е. Так, эффект улучшения. Голубь взрывается, как только достигает цели и наносит значительный урон. Для этого нам нужно дерево. Вот, я же говорю, нам необходимо было... В смысле, гвозди? Какие гвозди? Вот я и не смогла сделать тогда гвозди, потому что у меня ничего вот этого вот не было.
Войти в режим, наверное, войти в режим строительства, я правильно? Нет, взаимодействовать. Вот. Гвозди. А вот гвозди, кстати. Смотрите, для гвоздей нужен металлолом, правильно? Вот, все идеально, все идеально. Мы все сделали. Так, два гвоздя нужно. Две горсти гвоздей. Давай гвозди. Так, вот так. Создать. Создали, нет? Я не поняла. Создали или нет? Сейчас посмотрим. Да, создали. Я улучшила. Что это было? Все нормально, мы создали? Значительно ускоряет голубей. Алюминиевый лист. А как его взять? Что там нужно было? Дерево. Охренеть, сколько дерева надо. Алюминиевый лист. У тебя есть алюминиевый лист? Что нужно для этого? Необходимые ингредиенты. Какие? Алюминий. А где же его взять-то? Я не знаю, где его взять. Да. Ладно. Так, открываем карту. Куда нам надо? Вот сюда. Поехали. Давайте выполним это задание и остановимся. Так, нам надо как-то пробраться. Подожди, пробраться. Чё в смысле пробраться? Я случайно, блин! Ублюдство какое-то. Quick, find a place to hide. Да как? Как я спрячусь, блин? Я хотел поспать, блин. Идиотство какое-то. Издеваются над нами. Если бы ты мне объяснил, где прятаться, я бы спряталась. Вот нормально вообще задание, а? Нормально они бросаются мне под ноги, а я виновата, а? Все, оторвались от полиции. Кошмар. Ну, блин, нас еще и саданули. Стоять где-то здесь. Вот здесь? Ну-ка, дайте-ка я зайду. Мужик, у тебя есть какие-нибудь лекарства? Like у нас есть все для истинных бомжей. Лекарства. Вот, боль утоляющий. Давай. Еще. Go, спасибо. Боль утоляющий. Где у нас они? Телеги у тебя? Где боль утоляющий? Да, давайте применим. Как применить? Употребить. Все, нормально. Слышь, мужик, дай еще. Как купить-то? Еще давай. Сколько стоит-то? Подожди, по-моему, он слишком дорого стоит. $2. Go, нормально. Я что, зря побиралась тут, ходила столько времени? Подожди, давайте мы поберемся. Как-то... Вот. Нет, не вот. Вот. Опять рисовать? Подожди. Давай. Дайте денег. Принять. Вот! Шедевр! Отлично! Спасибо. Спасибо. Вот вы молодцы. Really ах ты, коза такая. Свинок. Да, конечно, знаю я тебя. Like да ее, что произошло-то? Очень ты тяжело. Не на что смотреть, не задержите. Главное, чтобы нас полицейский не трогал. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, чуваки. Ой, какая прелесть. Да, очень поможет. Надо увеличить вас, коза. Очень тяжелый. Все, нормально. А, так. Тап. Почему ты каждый раз заново, блин, рисовать? Меня это вот это раздражает. Карл, ты где? Так, я не понял, где мой... Карл. А, вон он. Все, нормально. Ехать.
Что ж, спать нам уже теперь не надо. Поехали. Вот здесь, собственно, более утоляющее. В какую сторону-то? Как прорваться туда? Давай с этой стороны поедем. Все в стройке сплошь. Главное не задеть никого. Детектив-телега. Блин, детектив-телега. Я только сейчас обратила внимание. Стоп. Опа, опа, давай еще. Мне понравилась вот эта тема. Сюрикен. Вот это кайф. Ты не добился, что ли, еще? Как тебе вот это понравится, тварь? Так. Охренеть! Я всем клопам расскажу про твой подвиг! Давай, да! Что сейчас произошло? Клоп спасен. Это великолепно. Поехали дальше. Все, мне теперь не страшно с этими дураками связываться. Они легкие. Так, женщины, не бросайся под ноги. Ой, нам куда-то не сюда. Подожди, нам куда-то туда. Так, я так понимаю, что голубые это действительно полицейские, значит, да? Да, это полицейские. Главное не сбить полицейского, а то он нам скажет, типа, ты чё, лошадь? Охренела? Как бы нам... Так, это чё? Come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Ой, это опять вот этот вот, да, с ним надо? Ладно, потом. Он сейчас, наверное, опять скажет, типа, обязательно помочитесь. А это вообще не крутое задание совершенно, от слова совсем. Твою мать! Какие-то... Как сюда прорваться? Мы как-то прорывались вот через вот эту, да, тему? Опять там, кстати, какие-то... Где они? Видите? Я не вижу. Так, стоп. Где-то вот здесь вот надо развернуться, наверное. Где они? Опа. Куда это мы заехали? Стоять? Да, я выйду. Да, я пороюсь. Какая-то шина. А, все. Так, как же нам уничтожать? Что надо делать? Ага, вот камера раз. Давай, берем, получается, голубя. Одна готова, еще 9. Еще бы я видела их. Вот это? Да, это она. Прикиньте. В смысле? Так. Еще где-то 3. Осталось... А, вот еще одна. Прекрасно. Вот еще. Мы на полпути. Вот это что, это фонарь? Так, что-то не вижу. Где еще? А, вот вижу. Просто посмотрите на этого голубя. Он реально с гранатами. Так, вот еще. Кто-нибудь видит еще? Я не вижу. Где еще 3-то? Мур, 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 мур. Где еще 3? О, смотрите, какая. О, крутая птичка. Шикарно. Где еще 3? 3 камеры. Прям не вижу. Типа показывает, что где-то вот прям здесь одна. А, вот она. А, еще где-то. Это прям вот тут вот. Кто-нибудь видит? Я не вижу. Может, наверху? Вот она. И последняя. Ох, где-то прям вот... Спрятан, смотрите, собака какая. На! Последняя камера готова! Повторяю, последняя камера готова! Пора заселяться! Войдите на склад. Каким образом? Слышь, телега, ты где? Детектив телега.
ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Как там дальше? Сунул Грека руку в реку. Рак за руку Греку цапал. Он так. Как войти сюда? Слышь? Не понял. Войдите на склад. Как? Может, как-то сюда надо пробраться? Нет. А ну открывай! Нет. Совершенно забыла, что он прыгать умеет. Играл в другую игру, где прыгать не умеет персонаж. Вот и забыла. Нет, смотри. Так. Войти. На Е. А, бацан, ты не соврал. Мы и впрямь на месте. Так. И что нам делать? Обыщите склад. Ну, давай. А что, на предмет чего обыскиваем? Так, так кружится, что мне сейчас голова закружится. Evil Way. Путь зла. Evil Way. Evil. Так. И что? Что им ищем? Может, надо по вот этим проводам топать? Слышь, где ты? Карл! Ёпти, где ты застрял-то? Ты можешь подъехать? Я тут коробки нашла. Какой вандализм? Какой вандализм? Никакого вандализма. Все четко. Было ж две. В смысле? Не понял, куда вторая? А, вот, вот. Нет? Да, нормально. Так, слышь, пошли дальше. О, поддоны можно ломать, и будет нам счастье в виде дров, деревьев, всего такого. Это не ломается. Угу. Так. О, на С это персонаж появляется. Только... Чё это? Какие-то, блин, опыты. Это крыса была огромная, да? Помню, что аппарат, который нас покоцал, стоял вот здесь. Вот только похоже, что мы опоздали. Здесь никого нет. И барахло все тоже забрали. Скоты. Давай осмотримся. Может, скинем, смекнем, где их теперь искать. Найдите улики. Найдите улики. Это что, кофе или более утоляющий наш? Это кофе. Изучить. Какого хера? Они что, тут людей держали? Ну, наверное, как будто фантастика из 80-х. Логично, если у меня нет полмозга, а ты вообще телега, что они здесь держали людей. Именно логично. Кстати, все разбили. Все разбили. Козлы. Вот здесь крыса явно была. Да, крыса, прикинь. Опыты на животных? А Гадпром не зря так зовется. Да тварь последняя просто. Реально тварь. Так. Просто посмотрите на этот ужас. Видите? Кошмар. Ну и как последние скотины тут вообще что делают, а? Так, что еще? А, мы уже две улики собрали. О, биотуалет. Так, еще что-то надо найти. Тут ничего нету. Блин, так вообще... Ох уж мне этот вид от первого лица. Когда-нибудь с ума сойду от него. Кофе здесь, короче, нещадно глотали. Вот-вот-вот-вот вижу, обязательно надо изучить вот эту бумажку. Ну-ка. Боже, ненавижу читать. В выходные одна из капсул вышла из гибернации из-за отказа оборудования. После перехода на более дешевые детали в соответствии с новыми положениями Гадпрома об экономии. Вот сэкономили. Все вышло из строя. Остальные капсулы открылись в ручном режиме. Работы приостановлены, пока испытуемых не вернут на место. Вот твари, что творят-то тут, а? Ну не собаки.
позорный. Так, еще 3 улики нужны. Ничего нету. Газеты всякие валяются, или это просто антураж? Походу, это просто антураж. А это что такое? Что это? Хобо-кот! 100 лет ему не видел. Что за хобо-кот? Тут написано, здесь можно спокойно переночевать. А? Ага, конечно. Что за хобо-кот? Я что-то где-то такое видела, что какие-то вроде как бездомные используют какие-то коды, помечая, где типа есть поесть, где... Это вот не оно самое? Это типа привлекали сюда бездомных, что здесь типа можно спокойно переночевать, они приходили сюда ночевать, а на самом деле здесь на них ставили опыты в итоге, да? По ходу дела, да. Опа! Тележка! Карл, слышь, как ты? Смотри, это же я! В смысле, такая же тележка, совсем как та, в которой я сейчас. Они переселили мозг сюда, что ли? Нахожусь. Да, прикиньте, вот это они вообще... Так, еще нужна одна последняя. Где? Evil Way. Здесь где-то тоже есть, или это просто... О, кстати, деревце. Где ты? Блин, почему он вечно отстает? На. Так, последний, давайте найдем последнюю улику. Нам надо закончить. Да что такое? Как искать-то? Может, вот тут вот? Телевизор. Нет, не ищет. Вот, подождите, вот, наверное, вот тут вот все. Вот здесь вот, нет? Блин. Ну, логично. Ой, у меня сейчас голова закружилась. Еще, а вот еще одна, смотри. Эпс, Карл. Зачем мне это читать? Ладно. Как ожидалось, попытка создать гибрид с неорганической материей привела к смерти испытуемого. Кого это они там соединяли? Хорошо, что у меня нет. Останки были выброшены на улицу в соответствии с новым положением Газпрома об экономии. Так, свет меняется, освещение. Слушай, мне кажется, речь обо мне. В смысле? Смерть испытуемого? Так, похоже, Газпром ставил опыты не только на нас. Но подопытные сбежали, и теперь Газпром за ними охотится. Так, наверное, мы тоже сбежали. Если они все еще на свободе, то, может быть, они нам помогут. Мы ведь тоже подопытные, в конце концов. И вообще, это сейчас наша единственная зацепка, так что надо ее изучить. Посмотрим. Один оказался на свободе случайно и освободил остальных. Думаю, они разморозились не сразу. Он решил не рисковать и сбежал, не дожидаясь остальных. Но он оставил послание для них на стене, что здесь можно переночевать. А, да? Это может означать, что нужно вернуться сюда ночью. Но зачем? Чтобы продолжить миссию, вернитесь сюда между 10 утра и 2 часами... Да вы прикалываетесь? Ой, короче. А мы можем здесь просто тупо подождать, нет? 10 утра и 11 ночи. Ой, нет, подождите. 10 PM и 2 AM. 10 PM. Сейчас 6:50. Ой, это далеко. Это мы долго будем. Это мы вообще... Ой-ой, застряли. Так, как выйти-то? А как выйти-то? Блин. Не сюда, что ли? Вот она, дверь. Все нормально. Выходим. Так, ну давайте... Сейчас, секунду. Давайте тогда мы здесь остановимся. И в следующей серии мы начнем с того, что вернемся вот сюда ночью, да, между 10 вечерами
10 вечера и сколько там? 7 утра или сколько? Не помню. Ну, в общем, вернемся в следующий раз. Продолжение следует.